АИП зачистку крыша до РТБ. Ой, блядь, не знаю. Я мысли там, не знаю. Холидринку, да? Воронка сразу, блядь. Ура! Воронка. Ебануться нахуй. Ты знаешь, как в Uncharted этот, блядь, золото нашел нахуй. Говорит, ебать, я нашел, говорит. Я тогда чуть-чуть АФК сейчас похолодить сделаю. Бля, блядь, нахуй меня. Просто свили, блядь. Медведь просто с лапой задел. Что, блядь, в горло попало. Клочок меха. Ты что, кошку лизал, что ли? Да не, ну, типа медведь. А вот этих легионеров, если захватить крестом, он нормально же дамажит или нет? Хуй знает. Возьми под контроль. В прошлый раз у меня не получилось, я типа под контроль. Ну, давайте возьми. Лучше разъебывать просто и все. Не берется. А, не берется. Два ДЦшника кайфово, мне кажется, было бы. Но надо танк, нахуй, видишь, в чем проблема. А по агру я не знаю, кто... 10 два ДЦшника надо. Кто... Ну, на этом, на роботе, блядь. Там нет. А не, заебись, в самый раз. Нет, там щитки слетают после первого удара. Ну, тебе так... нужен класс, который поднимет сразу. Вот в этот момент, вот. Когда он не дает второй удар. Это не ДЦшник. Я тоже потом думал, потом без ДЦшника лампу сосать будем. Так два удара пройдет. Здорово, мужики. А без ДЦшника три, блядь. Лучше 25 тысяч захилить, чем 39, правильно? А два ДЦшника это бомба, это стопудово весь рейд будет. Всего 25 тысяч. Мы же пробовали это. Мы провалили. Просто в помойку. По-моему, там не было. Ну, мы были, я был Рианти. Да. Мы провалились в помойку. Хуй знает. 2 ДЦ вообще вредит, а не топать то. Не алё. Одного хуй. А потом, блядь, воронки будете покупать нахуй. Нахуй этот трэш, ебать. Все, Седжу, короче, воронки не даешь. Так он хули, он с ГП, поэтому он Т5 не заберет, он поэтому так ведет все. Ушел кушать. ЛЦ. А у вас кто-то, ну, пал, я вижу. Прорицателя первым ебашьте. Друид, я сам ДЦ. Четыре кило. Да, помню. Второй эрдру есть еще. А этот, квартира к нам в гильд сегодня вступил, да? Квартира это же друид, да, по-моему, ходил. Ага. Два года назад вместе в льду ходили. Девушка там, по-моему, да? Че, непонятно, да, что Вихрь тут? Вы че? Пиздец всех ем, да. Забери, Ваша, забери, сейчас ебанёт. Ладно, пиздец, да? Я не знаю, наверное, дочистим, да пойдем этот. Я хуй знает, тратится ляр или нет сегодня. Потом другой раз, может.
Этот как он? По ТРС клабучкой пануть. По-быстрому. Ну это мусорная хуйня, видишь, ее раз только сыпется, она по 500 голды, наверное, стоит, блять. Так, этот не надо нам, наверное, да? Просто обойдем, да, наверное. Ну я спулил, блядь. Они возвращаются же. Хотя бы там одних убить боюсь. Одних пропустить и пройти. Ну вы что делаете, блядь? Вы что, бичи? Так мне не надо. Так тебе и надо, нахуй. Это, ну, встаньте в ебаный угол, блядь, где этот моб стоит. Чтобы вот этой хуйни не было. Чтобы он не летал. Ой, блядь. Он чё, в начало инста ушел, нахуй? Он АФКшит вообще, наверное. Феник, что ли? Блядь, кринж. Нахуй эти мобы нужны. Потом, блядь, тела сдохнут, будут бежать и пули тихо агрить будут этих мангов. Ну, нормально, в ЗС-ке три босса лутаем. Тут пока ни одного, нахуй. Не знаю, пулить еще одного, где он вообще, блядь. Да пошли по... О, блядь. Там двое по кругу вроде ходят. Ну. Да, или они все по кругу ходят. Хуй знает. Пошли в этот, как он называется, только, блядь, звездопады не нажмите. Их тут, наверное, наверху ебанем. Только не нажмите звездопады, не петов, блядь. Не, наверху. Короче, назад возвращайтесь, не вариант, потому что те до нас сейчас долетят. Съебывайте вниз обратно. Все, пошли. Веди еще тогда одного, пока я этого танчу. Че там, блять? Можете встать в угол ебаный или что нахуй? Кто там вообще стоит? Давайте кикнем что ли или чё, блядь? Аканыч ушел. А кто тебя кикнул? АФК был, наверное. Блять, он заебал. Почему он улетает нахуй? Можете в угол встать. Сука, вы заебали, блядь. Под босса в угол встаньте и все. Встаньте в угол, нахуй. Хило хватает, да? Или за хило зайти? Не знаю, нахуй. Давай пиздец, нахуй. Да нахуя хил, блядь? Надо в угол встать, похуй уже все это. Хил все. Вот это. Чё это дохнет-то? Бищи, потому что, блядь. Тебя нет уже. Я хуею, блядь. Блядь, пришёл, и вот короче. Он ещё хуже сделал. Добейте этого мба ебаного. Тут инвалид, я хуй знаю, что у тебя КД, да? Блять, не люблю щиты, отдал, он сдох нахуй. Ты, сука. Хорошо, хоть танков не шотает, блядь. Гамурс, бабл жми там, спасайся. Сейчас разъебет тебя. Хиль себя. Все, обои положил на всех. Не, такая хуйня не пойдет нахуй. Ни ИП не будет, нихуя. Я ебал такую хуйню. Все поофались. Нахуй надо, да?
Видон куда ушел? Все кончился или что? Ебать, конечно, ни в угол встать, ни похилить, кушать, хавать ушли, блядь, все. Надо, наверное, заканчивать эту хуйню. Это предел, нахуй, человеческих возможностей. Так тоже думаешь? Можно. Если мы бы босса отравили до 8 часов, я бы потерпел. Ну, блядь, понятно, хули. Ну, они потом просто будут воронки за голду покупать. Я не знаю, идти дальше или нет, беду нофнулся, блядь. Кто там у нас? Давай, давай, я на хила зайду там. Давай еще раз сделаем эти. Синтек тут уже, давайте, я похилю. Уже идет оно. Не, да, я уже сделал. Не, стой, не уходи, хукмастер, блядь. Призан просто спекни с хила и все. Дополнительного. Все равно ДПС ниже меня, блядь. Хотел мышкой поиграть просто. Пошли в этот ебаный коридор. Еще по кругу зачистим. Что там? Ну, если летит, еще летит, раз летит, так, быстрее, так. Быстрее, быстрее, быстрее. А, назад. Ну, если вы так будете стоять, нахуй, ну, пошли, ебать, чистанем, нахуй. Хули, блядь. Не, она улетела. Заходите в ебаную эту комнату. Сейчас правую пачку гоню. Иди сюда, нахуй. Тут еще патруль. Так что, вы не траили больше боссов? Нет. Отрицательно разъебывать. Он контроль взял. Получается, бля, стрэш шеймом нахуй дохуя, да? Уже два человека можем открыть. Два по два. В смысле? Да. По воронкам. По воронкам. Ну так как их не было, мы не будем открывать. А у кого там есть? О, патруль. Это патруль, прячьтесь. Звездочёта бейте, вот это, повелителя. Здравствуйте. Где, бля, этот стрим же ждёт кто-то, нахуй? В ЛФГ кидали, нахуй. Первый лог, Т5, нахуй, 4Т5. Алгаломи, нахуй. Я стрим смотрел, нахуй, там. А сейчас ни у кого нету, да? Окей. Не понял это. Чё, кто там лог? 4Т5, первый на Алгалоне. Ну вот, нахуй, в ЛФГ кто-то писал этот Twitch канал, короче, ссылку давал. Первый лог 4Т5, короче, Сензо, по-моему. И я, блядь, зашел там, стрим смотрел. А сейчас, нахуй, нету, говорит, нахуй. 4 токена ни у кого. Так это кликбейт был или у него в натуре 4Т5 было? 4Т5? Бля, у него в натуре было 4Т5 или нет? Было, было. Око открыли, на следующий день, по-моему, этот нахуй, трансляцию вел. Прячьтесь. Чего вы выглядываете? Интересно, что там? Ну, понял, блядь. ГП там, вайп нахуй там. Кринж там, и АБМ тоже. Выглядывает. А что за мем с Обамой то вообще, я бы понять могу. Ты шо, блядь, не смотрел что ли? Кого? Бля, ты полжизни потерял, брат. В натуре, блядь.
Нет, АОЕшка сначала. Вот от этой перезарядки надо все будет. Не зря. Ёбаный покос, нахуй. Ну, блядь, это пиздец. Ладно, хуй с ним. Еще ворон. Десять плюс три в ГБ. Чё, на кель идем? Ну, ебанем, счастье попытаем. Ну. А вдруг он от старости сдохнет, пока бить будем? Чинтек, он уже тело покинул, блядь. На ХП, если что, сдашь. Не люблю себя прохить. Я фулл. Сейчас они ОЕшку дадут. Вы хоть на трэше, я не знаю, вот лемы там, что нельзя пару цепух остануть, чтоб не сложило. Как-то это. С его и бы играли. Цепухи таника стоят, только не те. Ага. Уточняй. Трэш так-то не толстый, блять. Вообще, видишь, заливается нормально. Ну еще боешка. Боешка. Так, смотрите патруля, чтобы рядом не было. Так, у окна разъебываем. Да эти наручи заебали, они, наверное, 200 голды там стоят. Возможно. Лучше бы воронки падали. Вон пачка идет, трэш. Здесь ждем их. Ебать, все подохли нахуй. Потому что хилы за углом были. Ну, блядь, это пиздец. Это хуже кринжа, нахуй. Стану, да ладно? Спелиться, блядь. Это надо гам. Убежать. Ну хули, о чем мы вот сейчас мы стоять ждать будем их? Это пиздец. Уйдите в угол. Ходим. Ну я одного законтролю. Да хули контролить, пол рейда дохлый, мы просто подохнем нахуй все. Не надо, не трогайте мобов. Уйдите. Ставьте шкаф. Пока не там. Ставьте шкаф. Тыкаем. Не надо, пожми нас нахуй. Шумоним людей. Вот что. Тыкните в ёбаный шкаф, алло. Упало чего, бля. Вы чё там, блядь, спайдермены нахуй, вообще там неадекватный, чё вы делаете? Нет нихуя, да? Вот видишь, блядь. Вот и нет. Ладно, пошли. Ладно.
Пиздец, пол рейда. Вы чё, ебанулись, на стену полезли, блядь? Пиздец, ебать. Да всё, дурка нахуй. Хули. Протовар, заебись, по ним ударную волну дает. Пачку ебануть еще успеем до тех. Хорошенько считуйте сейчас. Бля, нету что ли нахуй? Тут каждая пачка по одному. Стан диспельте. Ну отойди, отойди, блин. Стоп, блин. Так, пачка идет. Быстрее моба добивайте и готовьтесь этого бить. Провиться. Этих в контроль. Отходим немножко назад. Вот, по двум левой и правой контролем. Готовьте фул еще ДПС. Это. Еще бая. Ну контрольте двоих. Ага, сбили. Бичи, блядь. Это все в старфонах. Контрольте людей, вихрь. Если паладина, то бабл сразу сдаем. Пиздец. Быстрее, быстрее зергать его, пока он не превратил нас в своих рабов, нахуй. О, видите, он сколько. Рабыня Изаура. Синтек минус. Сорян, Синтек. Я прям видел, как он ко мне подошел и воткнул кинжал в сердце, блядь. Рубили бревно, ебаное. Эй, я был в облике дренейки, между прочим. Где еще пачка идет? Она сюда возвращается. Она порисает людей. Всякий шлак. Блять, а сколько эти наручи стоят? А ну, кто там знает? 2500 сказали, а только что. Короче, ждем этих. Провиться, ну, ждём, утром. Сожрём. Вот, пожрите рыбу там. И как говна, блин, этих наручей, блядь. Ну, я смотрю, они падают. У меня их уже раз, два, три, четыре штуки, нахуй. Нормально. Чё-то, блядь, шеи вроде две падают, только одну вся вижу. Куда её дел уже, блядь? Две шеи упало. Хотя какой? Три шеи падало, которые с мастеркой. Я только одну вижу. Я на ком-то другом был, что ли? Нет, вроде. Нет. Нет. Вот сейчас... Коли дринк, может, после чайки себе закинул. Ну, либо их просто не подобрали. Так, давайте провиться готовим. Че, вот контроль никак не дать, вообще пиздец. Ну, а, точно. Я хуею, блядь. Давайте хуярим. Контроль. Просто вот, три хила нахуй. Бля, сейчас свои убьют. А? Выжил, охуеть. Башники, ударите кнопку Мора. Ага, сейчас. За своих лошадь. Правильно, своих лучше убьем, блядь, да? Чем и свои соб чужие боялись. Ага. Весь чужих, чтоб свои боялись. Ну, можно и тоже так. Воронка, сука, где ты, нахуй? Они уже выпали. Пиздец, нахуй, думал. Наркоманы. Тут по воронкам. Да, да, вот нахуй. Че, пойдем РС-ку ебанем, да? Ой, ебать, заебись. Эх. Опа. Че там? Да, я... Топа пьян и неадекватен. Покиньте чат. Топа, блядь, за тебя не убили, блядь, ДПС не дали, нахуй. Ты 20к даешь.
Не хватало 3к ДПС, бля, челики по 17 дамажат. Нет, извините, просто у меня женщина сидит. Так я понял. Я орёт песни, я могу даже вам показать, ничего себе фигня. Не надо. Ничего не надо, брат. Я поэтому не появился сегодня. Ты сейчас пьяный или пьяный довольный? Ну, я просто с пивом. А, ну и видно. И в наушник. Я просто довольный. Я понял. Воспользовался моментом. Похудил бред полный. Сижу. Че ты такой злой сегодня? Слушай, меня нету. Да посмотри, что этот дурачок высрал. Скорди? Ремень как вот упал. Ремень получше, чем эти запы, да? А сколько стоит ремень? Ах, из 10. Ну, так ремень, конечно. И ну, ШП, скорость, меткость. И всем подряд РДДшник. А, запы кому? Ханту? И Энху. А, ну еще один класс проник. Че, подарить тебе синтек, нахуй? Пояс? Какой пояс, блядь? Запы ну, на ханта. Ну, запы можешь, на ханта можешь подарить. А че, у тебя там, нет, кстати, воронка упала. Не, вот да я у меня там уже этот бычевый. 12 воронок. Не, ну так-то нихуя. Кринж. Люди это... по 60к воронки покупают, нахуй. Ну. Пойдем обогачивать? Это пригодится. Работали. Когда люди полутают, ну то есть третий, четвертый кусок сможем убивать боссов, то это пригодится, вот этот фарм. То представь, ты тут опять лутанул, и нет ничего хуже, чтобы просто его носить, нахуй, ты не можешь взять, у тебя голды нет. А так, если вороночки есть, то можно подмутить. Да, голды никогда нету. Хотя, я вот, кстати, за вот сколько мы фармим, я 600 голды накопил. Мне было 300, сейчас уже почти касать. Ну, нормально, я вон, было 43 тысячи, стало 44. Богаче. Чё-то на богатом. Полетели в РС. Телепорт в Долоран. Я вчера 20 тысяч на 3DS-ке въебала, жаба задавила. Ой, тогда за ДК схожу своего. Да. Кем а хотите. А он тебе ж не вытащит.